В минувшем году органами прокуратуры Брестской области осуществлен целый комплекс мероприятий, которые направлены на укрепление законности и правопорядка. Предпринятые меры позволили сохранить ряд позитивных тенденций в данной сфере на территории региона. Коэффициент преступности на Брещине по итогам года является самым низким в республике. Вместе с тем, впервые за 6 лет в области зафиксирован рост числа совершенных преступных деяний. На территории Брестской области в истекшем году зафиксирован небольшой, но рост преступности на 1,3%, который подвергнут серьезному анализу со стороны органов прокуратуры. И мы пришли к выводу, что основная составляющая этого роста возникла вследствие увеличения количества преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, а также хулиганских проявлений. Кроме того, добавилось количество зарегистрированных фактов убийств на 12 преступлений, было 38 убийств в 2013 году, в 2014 зафиксировано 50 убийств. Такая ситуация не может не настораживать, а потому на заседании коллегии был разработан и утвержден целый список практических мероприятий и организационных мер, выполнение которых должно помочь улучшить ситуацию. Под особым надзором у прокуратуры, как областной, так и республиканской, в наступившем году будет находиться ряд проблемных вопросов. В частности, наркопотребление, алкоголизация населения, коррупция, а также роста числа несовершеннолетних преступников. Основное внимание мы обратили прокуроров районов на исполнение закона об основах деятельности по профилактике правонарушений. Что тревожит нас даже в большей степени, это рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это также вопросы в большей степени профилактики. Мы, безусловно, озадачены проблемами наркопотребления, потребления алкоголя, в том числе и среди несовершеннолетних. Традиционные вопросы, которые мы, на что мы нацеливали своих прокуроров, это борьба с коррупцией. Приоритетным направлением является именно профилактическая составляющая. То есть основная наша задача предотвратить совершение правонарушений, в том числе и преступления. На постоянном контроле органов прокуратуры по-прежнему будет сохранность государственной собственности, рациональное использование материальных средств, а также наполняемость и расходование бюджета.